Олег Васильевич Глазунов со студенческой скамьи не расстается с гитарой и авторской песней. За его плечами множество различных конкурсов и концертов. Когда он узнал про фестиваль «Серебряный возраст», то решил вспомнить молодость и вновь выйти на сцену. Ветер в храмах лесов опускал мне грехи. Патриотическая тема «Я люблю тебя, Россия» очень близка Олегу Васильевичу. По правилам фестиваля конкурсанту нужно было исполнить две композиции. Первый он спел песню «Там, где сердце» Александра Дольского. Его поэзия, она очень глубокая. У него на многие, она разноплановая. И к ней приходится очень часто возвращаться. Как признался артист, эта композиция отражает его сегодняшнее состояние и настроение. Философские строки о родине заставляют задуматься о судьбе России. Мы рождены в Советском Союзе, и мы имеем возможность сравнивать тот период нашей жизни и современный. И вот эта вот незаживающая рана, боль за Россию, вот, стремление познать, что мы есть в настоящее время и к чему мы придем, оно, в общем, ну, постоянно тревожит. Городской фестиваль «Серебряный возраст» проходит в Сарове второй раз. Проект нашел положительный отклик у пенсионеров. Они попросили продолжить работу в этом направлении и провести второй конкурс осенью. Организаторы пошли навстречу пожеланиям и расширили номинации, чтобы привлечь к творчеству как можно больше ветеранов. Заинтересованность работы с ветеранами, да, это, ну, наверное, как бы приоритет, одно из приоритетных направлений. К мероприятию подключился и Российский федеральный ядерный центр, подключились профсоюзы, подключились предприниматели. То есть всем интересно поработать с нашими ветеранскими организациями. Кроме вокального мастерства в сольном и коллективном исполнении, пенсионеры демонстрируют свои таланты в изобразительном искусстве. Всего на конкурс было подано более 40 заявок. Гала-концерт фестиваля состоится 18 октября в ДК «Авангард». Начало в 17:00 для зрителей без возрастных ограничений. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.